О, нет, только не мутант. Чел уже перезарядку обузил. Меня наебали. Да, блядь, бери нахуй. Там сейчас что-то пизданет. Бля, а он там не взорвал ли стекло? В свете новой открывшейся информации.
Как рано встал, еще не ложился. Ребят, да я ранний птенчик, ранний. Мазафака. Это мне. Спасибо. Я как раз ее искал. Ищу, бегаю ее как дуралейбус. Ты мне ее принес. Там выстрел сочный, мощный, бля. Не могу держаться. Не могу держаться, я бегу сражаться. Макс, через 48 надо идти обратно в хуйту играть. В смысле, я не пойду. Я буду топ брать. Здорово, братуха! Он тоже бегает, ищет, видите, у него тоже и УЗИК экипированный. Ну, что-то близкое к этой пухе, чтобы это... Чтобы то самое. Тоже бегал, искал. Братуха! Я нашел чуть раньше. Сорянчик, бро. Так, а я что-то не пон. А есть вертолетик где-то? Ну, мне чисто клетку открыть. Привет, в ближайшее время турнир намечают. Самый ближайший турнир, который я хочу захватить, он будет в Super People. Вот. Поэтому... Так скажем, что-то вроде, ну, на дрочке начнется с первого дня выхода Super People. Там сейчас все определится по турику. А когда выход? Когда выход Super People, я не знаю, но финальный бета-тест будет вот 17 числа. Труба. А, это бар. Так, чат, ну походу этот. Походу нету вертолетика, мы не слетаем. Может быть, я пропустил? Вы же тоже не видели вертолетика? Ну, это же не я заебоглазил, но его реально же нет. Походу реально нет. Но я что-то упоролся в дроп, типа, с третьим шлемом, чтобы быть. Надо отпустить эту идею. Если девушка первая пишет, это же хороший знак.
Кто знает. Кто знает. Эх. Блин, я же только что видел Грену. Так, чат. Я только что видел Грену, которая по зоне бьет. Правильно? Она же была тут? Мне же, ну, типа, пиздец. Нет. Так, у меня галюны. Чат. Я, серьезно, я ее видел вот в стэше. Ёпта масло. Ладно, хорошо. Была, была? Да, была! Я не мог ошибиться. Вот вы, пиздец. Сами ничего не разглядели, меня это... Ля, какая киса. М? Смотри, какая киса. Ну, ну, типа она, ну да, выглядит не то, чтобы серьезно. Какая-то маленькая. На шлепочка B174. Ладно, давайте. Выглядит не то, чтобы прям... Заебись. Не выглядит она так. Стример потух, F, да? А ты в глаза мне это повторишь? Ты в глаза мне это скажешь? В глаза мне сможешь это сказать? Что я потух? Сможешь мне в глаза это сказать? Вот давай представим, что мы сидим с тобой сейчас. В кальянной. Я заказал креветок в панировке. А ты минералку. Можешь мне в глаза это сказать? А что, ты будешь лицо бить? Я? Ты что, ёбу дал? Я нет, конечно. Нормально, можно на такую дистанцию зажать. Неплохо, чел убрало. Бля, нормально чел убрало на дистанции. Он забрал моего типа, сука. Засрал мне все штаны. Армани, сука. Получай нахуй. А, око за око, зуб за зуб. Получил пизды? Ты получил пизды, блядь? Ты хотел пизды получить? Ты получил пизды, блядь? Кто ты такой, чтобы мою добычу у меня вот изо рта забирать? Я хищник, ты понимаешь? Я хищник. Я, значит, выслеживал добычу. Ну, она, ладно, она сама приехала. На ловца и зверь бежит. А ты у меня из пасти, из клыков моих, ослепляющих своей белизной, блядь, выхватил мою добычу, сука. Кто ты такой, блядь? Кто ты такой, чтобы так поступать? А? Зачем так поступаешь, бля? Кто ты такой, бля, чтобы так поступать? Кто? Кто ты, блядь? Я-то знаю, кто я. Я коп.
Вы арестованы, блять, вы скорость превысили. Сейчас мы выпишем вам штраф. Я вижу, только вам уже выписали. Не только штраф. Ля, какая цаца. Что? Тайник есть, чат! В тачке есть тайник. В нее можно вещи сгружать. Шо? Что? Это имба, что ли? Я не понял, чат. Не, просто сейчас реально будет дохера дорожных воинов, которые будут, ну, гонять на тачке. Я просто сам буду это делать. Я вам сейчас покажу, почему это имба. Нахуя вот только? Я тебе сейчас покажу, нахуя. Я тебе сейчас покажу, нахуя это надо. Смотри. Оп. Тебя разобьют, а у тебя вот что есть. Оп. Ну чё, блядь, нахуя? Нахуя? Или не нахуя? А если тачку взорвут? Ну, блядь, ну взорвут и взорвут, ладно. А если ты будешь ехать драйв-бай, тебе, ну, весь жилет разобьют. Ну, это же, наверное, лучше, чем ничего. То, что ее взорвут, ну и шо? Это же не панацея, это же не... Реально можешь загрузить тачку всяким полезным стафом. То есть вот тебе не лезут грены. Ты просто грены сюда загружаешь. Это очень сильно. Это очень сильно. Это очень сильная тачка. Чат. Очень сильная штука. На ходу можно багажник, да! Ты на ходу может переодеваться. Блять. Ты на ходу можешь переодеваться. А, я понял, почему он выпал. Он выпал, потому что... Он бы не выпал так бы, наверное. Он выпал, потому что во мне же вещи лежат. Правильно? А этот, ну, жилет дает грузоподъемность. Если я у себя жилет убираю... Либо я не могу остаться без жилета. Давайте с каской попробуем также, или не будем? Давайте попробуем. Не, каска проебывается. Каска проебывается. Да, короче, на ходу, когда, ну, вещь меняешь, она проебывается. Чат, ну это не важно, это не важно. Бля, эта тачка просто имбуха. Это реально теперь агрессивно отыгрывать на тачке. Ну, постоянно отыгрывать на тачке. Это прям очень клево.
Ты можешь сюда пушку положить. Прикинь, вот ты хочешь три пушки. Ты можешь сюда пушку положить. Ты можешь сюда положить дроны, поехать на точку и достать карту с точки. Это очень крутая штука. Можно канистру положить и заправляться. У меня вот сейчас бенз кончится. Тут вон коробку в спорт переключил, все, она весь бенз сожрала. Как же она рычит, уф. Согласен, брат. Она рычит так, что хочется, чтобы она рычала еще и еще. Даже не спрашивайте, чё, даже не спрашивайте. Это девятки. Это девятки. Нашел его, блядь, моя пуля его все равно догнала. А ты чел, которого я там нокал, его добили что ли? Блять, лежунцы. Блять, чел, по-братски.
У нас есть общий враг, давай убьем его. Там, по-моему, чел с ебром. И почему-то мне кажется. Он точно не активно играет. Иначе бы он уже пострелял по чувакам. Кажется, что он лежит с сошками просто. Как гусь. Не как гусь, а как гусь. Мне кажется, что он как гусь лежит. Оуф, он савиком был. Он был савиком. Так, чат, смотрите. Все, я сейчас не компенсирую отдачу, не компенсирую. Вот. Сейчас компенсирую. Слушайте, ну тачка. Тачка, конечно, поговая. Тачка поговая. Тачка поговая. Норм так стреляет, нормально стреляет. Стреляет вообще огонь. Тачка супер, просто. Вы серьезно, вы можете туда броню запасную положить. Вы можете положить туда запасную броню, вы можете положить туда вертолетик. Приехать куда-нибудь, на вертолете слетать, забрать, что вам надо, ну, типа, эту карту, и поехать дальше. Вау, тачка просто охуенная. Имба. Самая имбовая тачка в игре. То есть, лучше только БРДМ. Лучше только БРДМ. Потому что он бронированный, тебе похуй, куда едешь, куда хочешь. И то не доедешь в соло-режиме, там тебе с двух магазинов расскажут, как бы, кто ты такой в этом БРДМе. И знаете что, я эту катку не записал. YouTube, чуваки, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, стримлю 14 час и... Ну, типа, забыл. Так хотел сделать катку хорошую, контентик, чтобы на YouTube подкинуть, что забыл. Дарянчик.